есть те, кто надевает маски, чтобы спрятаться. Другие надевают маски, чтобы показать нам, за что они сражаются. Чтобы вдохновлять. Чтобы объединять. Чтобы бросить вызов. Чтобы вселить ужас в сердца врагов. И надежду в сердца союзников. Есть те, кто надевает маски, чтобы защитить себя. Есть те, кто надевает маски, чтобы защитить нас всех.